I'll never forget this day. Друзья, всем привет! В этом видео я вам покажу мою одну из самых лучших и полезных покупок за год. И я просто уверен, что многим из вас этот гаджет от Xiaomi также станет отличнейшим помощником и облегчит вашу жизнь. Xiaomi Handheld Electric Mop. Электрическая швабра нового поколения. Поехали! Швабра поставляется в удобной индивидуальной картонной коробке. Для ее вскрытия предусмотрен ленточный zip-замок. Внутри уже находится заводская коробка с изображением товара и также предусмотрена пластиковая ручка для переноса и транспортировки. Это очень удобно. За сохранность содержимого можно не переживать, внутри все находится в пенопластовых толстых отсеках. Комплект состоит из основания швабры, частей складных ручек, мерного стаканчика для заливки жидкости, адаптера питания с параметрами 12,6 вольт 1 ампер, не забыли и про переход. Тряпок в комплекте две, одна имеет более пушистые края и мягкую структуру, а вторая жестче и имеет короткий ворс. Тряпки без проблем переживают мойки в стиральной машине, и сразу скажу, что есть запасные в Китае и также подходят от других подобных устройств, то есть можно купить в наших магазинах. Еще если вы не хотите заморачиваться со стиркой или отмывкой, то можно просто использовать одноразовые, и в комплекте 10 штук. Ручка швабры состоит из трех трубок, собирается очень все просто, все части вставляются в друг друга и защелкиваются при помощи подпружиненных зажимов. Высота в собранном состоянии 1,15 метра, это стандартный размер для большинства техники и уборки, и довольно удобно использовать. При этом верхняя часть ручки, четвертая, имеет изгиб и упоры для комфортной работы. На ней же расположены две управляющие кнопки, одна запускает мотор, а вторая включает насос разбрызгивателя жидкости. Основание швабры весит, на секундочку, 2 килограмма 150 грамм. И первое впечатление – это тяжело, это неудобно и будешь уставать при уборке. Но это вообще не так. Позже расскажу и покажу почему. Размер его 30 см 27 и 5 см высота. На нижней части находятся две двигающиеся площадки со специальными липучкообразными креплениями, на которых крепятся, в общем-то, наши тряпки. На заднем торце расположили порт для зарядки встроенного аккумулятора, он прикрыт резиновой заглушкой. Сверху есть отверстие для заливки воды, помещается примерно 240 мл. С переднего торца светодиодная подсветка и сопла для разбрызгивания воды. Индикатор заряда аккумулятора находится на верхней части. Это три светодиода белого освещения. Собирается все в рабочее положение за одну минуту из коробки, и сделать это нужно всего лишь один раз. Далее все еще проще. Тряпку можно просто прилепить на швабру, либо же ее положить на пол, а сверху накинуть основание, кому как удобно. Для снятия ее предусмотрена бирка, на которую можно наступить и потом отсоединить швабру от тряпки. В общем, тут продумали все до мелочей. Активация происходит за секунду. Как только вы прикасаетесь к швабре, а точнее переводите ручку из вертикального положения в наклон, после этого сразу включаются индикаторные светодиоды и подсветка. Далее нажимаем кнопку запуска мотора, и процесс пошел. Механизм работы гаджета основан на возвратно-поступательном движении двух его рабочих пластин, на которые надеваются специальные насадки, то есть наши тряпки. Вы просто держите швабру, в то время как основную работу по протиранию пола за вас выполняет сам электрополировщик. Интенсивность его работы очень высока, движения пластин могут достигать скорости до 1000 раз в минуту. Руками так за день комнату точно не натрешь, а если и получится, то приятного от этого будет мало. А тут все довольно эффективно, быстро и бесшумно. Практически нет, то есть он минимален, составляет около 64 дБ. И самое главное, как я говорил, про вес это более 2 килограмма, а движется швабра по полу практически сама, даже можно одним пальцем перемещать. Это происходит из-за этих самых сбалансированных поступательных движений, то есть усилий вообще применять не нужно. Сразу после включения на ум приходят слова «да ладно», и это так работает, и это круто. При этом наклон ручки может достигать 90 градусов, и при этом она легко поворачивается для уборки труднодоступных мест. Подсветка хорошая, сразу видно, что и как ты оттер. Но еще одна приятная фишка – это компрессор подачи воды. По нажатию одной кнопки на ручке срабатывает автоматика, и на пол разбрызгивается некоторое количество воды. И вот оно тоже хорошо работает, не по бокам, не по комнате, четко перед шваброй, и именно то количество, которое нужно. То есть убирать просто одно удовольствие, при этом получается
еще и небольшая влажная уборка. Комнаты в 30 квадратных метров я убрал за 5 минут. Так как у меня есть кот, то и шерсти, и пыли много. Тряпка не размазывает, а именно убирает и собирает на себя грязь. Если есть пятна на полу, то нужно руками было бы хорошо оттирать, а тут за одну минуту считай 1000 движений. Так что считаю эту вещь для дома от Xiaomi одной из лучших и самых полезных наряду с бесконтактным термометром и прибором для измерения давления. Только если те используются редко, то швабру я использую 2 раза в неделю точно. Кстати, аккумулятор встроен на 2000 мАч и его хватает на 50 минут работы. Для девушек, для мамы просто отличнейший подарок, да и для холостяка вещь удобная и очень полезная. После месячного тестирования я взял еще одну по распродаже. Цены бывают разные, актуально есть по ссылке в описании. И в моем телеграм-канале я давал купон для цены 89,99, так что рекомендую подписаться и на мой канал. Там часто публикую хорошие скидки. Не забывайте и про удобное расширение от Letyshops, там есть также мониторинг цен. Ставьте ваш новогодний лайк, и тогда в вашем доме тоже будет уютно и чисто. Пишите ваши мысли в комментариях, я читаю их все. Всем спасибо за просмотр, хорошего новогоднего настроения и приятных праздников. С вами был Игорь. Скоро увидимся.